заставляющая человека уважительно относиться к истории своей семьи, родного края, России, учиться хранить память о земляках. Наверное, это и есть патриотическое воспитание. Любить, ценить свою историю, свою родину, свои традиции. Вот такой праздник, как праздник Первой Борозды, дает нам уникальную возможность познакомиться с историей, с традициями сельской жизни, с традициями культурными, приобщиться к этому. Товарищ председатель, докладываю. Наша бригада к началу первой весенней военной пахоти готова. Люблю молодца за ухватку. Молодец, Даша. Посмотрите, мне кажется, там кто-то к нам едет. Здравия желаю, товарищи труженики. Знакомься, Даша, это Николай Фоногенов, твой заместитель. Именно такого человека и не хватало нашей женской тракторной бригаде. Ну что ж, пора выезжать в поле. Ты славишь родину делами смелыми, мой славный Рыбновский район. Всем вас с днем первой борозды. Спасибо. Спасли нас всех твоих людей, твои обильные щедроты. Пробуждали землю, чтобы земля ожила по Господней воле, чтобы голос отзашел в родимом поле. На рассвете за окой Божью поднимали, башню засевали, и земля зерно храня, словно дар бесценный, берегла день ото дня, труд благословенный. Праздник первой борозды, солнечно-весенний.